Құрметті көрермендер, турниріміздің екінші жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. This is his debut fight, stands 176 centimeters tall. His weighs 66 kilograms, fighting out of Алматы, Қазақстан. Расим Мирзаев! And fighting out of the red corner, this is his debut fight, stands 167 centimeters tall. His weight 66 kilograms, fighting out of Almaty, Kazakhstan, Karsalingizdar, Nursultan Ospan! Мені мұқияттындаймыз, стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіндер, ережені бұлаймыз, қол алсамыз, ұрыштарымызға сәттілік. И начинается второй бой этого карда. Начинается осторожно, сразу же никто не полетел в какую-то там такую атаку. И видно, что удары больше разведывательные вот от Расима. Хотя вот хороший сейчас был по корпусу удар. И причем, мне кажется, и по таймингу, и по скорости вообще Нурсултан не увидел его. Да, такой джеб, можно сказать, такая амплитуда не сильная, да? Ну вот, кстати, Расим, да, первая попытка перевода. И видно, что Нурсултан захотел уже должок отдать, потому что, ой, тяжелые удары. О, хорошее колено в корпус. Слушай, и оверхенд, на самом деле, просвистел прям, мне кажется, в сантиметре от головы Нурсултана. Да, видно, что по скоростям где-то Нурсултан уступает Расиму, да? Ну, как будто преобладает какой-то тонаж, да? Ну да. Ой, вот, большая прям затяжная серия. Да, и да, Расим да, прям только... руки уже даже как-то опустил. Но вроде вот собрался. Да, пока что как будто не может войти и в бой, найти свой ритм, да. Ох, тут... Ох, да. Какой хайкик просвистел, да, над головой Расима. Практически в стиле Рафаэля Пизиева был уход от хайкика. Да. Немножко, конечно, по другой траектории, но тоже красиво. Да, можно и так уходить. Главное уйти от удара. Ну да, у Нурсултана видно, тонаж есть, у Расима есть скорость. И тоже не классическое противостояние борца и ударника, а такое классическое противостояние быстрого бойца против бойца с тяжелым ударом. Да, да, и сейчас двойка была высп... О, ой, хорошая двойка, еще одна. Прям... И случайно не потрясло ли это Нурсултана? Нет, потрясло точно. Да, насколько это критично. Насколько это критично, да. И вот Расим, видимо, уже чувствует себя скорость, опустил руки, вообще, ну, голову не защищает и понимает, что на скорости он перебивает. Но главное, чтобы его слишком это не расслабило. Да, не увлекся, не расслабился и обратно такой джеб по корпусу в исполнении Расима. Еще один оверхенд справа. Ну и сам сразу же уходит из-под атаки он. Ох, ну и пропускает тоже, да, вот эти. Да, причем много по ногам. По ногам ударов пропустил уже Расим. Я слышу, что угол подскажет, что сейчас будет проход. Ну вот, не знаю, мне кажется, наоборот, такая разборка стойки больше. О, хороший оверхенд такой справа, да? Вот сейчас вроде более-менее, да, Расим как будто нашел свой поединок, да, свой ритм. Знаешь, мне кажется, да, он чувствует, что быстрее, и как раз сразу же после атак пытается уходить, потому что, ну, можно попасть потом под тяжелую пушку. Да, и пока что успевает на фоне, наверное, свежести какой-то, да, функциональной подготовки, но о защите не надо забывать, руки нужно поднимать выше. Да, и Нурсултан, он, если разряжается, то разряжается сериями, как на один удар он тоже не сильно заряжается, много работает ногами, и... кстати, довольно успешно. Вот такая вот разборка, ой, хорошая была попытка бэтфиста, и вот Нурсултан забирает спину, интересно, Да, забрал, элемент прижал, с борьбой. Прижал как к сетке. Сейчас будет переводить, сваливать, носит удары. Расиму подсказывает угол, что нужно разворачиваться, да? Максимально. Носит, ой, хороший такой хороший неприятный удар, да? Завязки. Но, кстати, в борьбе хорошо на данный момент защищался Расим. Да, развернулся. И да. Сейчас вот такая, давай, размен стойки идет. Да, эпизод забрал. О, вот уже обратно попытка бэквиста. Но тоже такой, знаешь, немножко вот какая-то расхлябанная пока что стойка от Расима. Я понимаю, что в стиле Майкла Пейджа он пытается что-то делать, но бывает за такое наказывают. Да, и много функционала же забирают. И сам делает перевод. Тут перевод успешен, но попадает в гильотину. Она, правда, без контроля, хотя довольно плотная. Да, и сейчас развернулся. Расим занимает позицию. Да, и в гарде сейчас находится Нурсултан. Опять выходит на гильотину. Сейчас хотя она попасть. Да. Насколько ли плотная эта гильотина сейчас? Ну, слушай, без руки, то есть, ну, в принципе, чисто теоретически отсюда задушить можно. Хотя не получается. Хороший локоть.
Вот видно, знаешь, хочет, но пока не понимает как. Да, что-то намечается как будто, да, и в исполнении Нурсултана вроде есть какие-то навыки, да, но пока что все как-то не очень хорошо. Но это дебютанты. Да, да, требует много. Говорят, что, тоже. Знаешь, один бой он дает тебе, не знаю, год тренировок. Да, да, Миша, ты абсолютно прав. Всегда говорят, что один бой дает там очень много, нежели там обычные тренировки. Немножко завалился сейчас Расим, но Султан пытается сейчас развернуться. Да. И здесь сейчас закрывается мост, Расим растягивает. Кстати, своего вижу сейчас Расим, что для него прям хорошо, потому что оттуда ему может... Замечательно. Ну, концовка, я думаю, что нужно добивать, что может максимум вышить Расим с этого положения, да, нужно выжимать. Побольше урона, да, нанести и, в принципе, набрать баллы. Хотя, мне кажется, первый раунд вроде как за Расимом. Стоп! Ну, такой сумбурный раунд, я не знаю, как судьям. Судьям очень тяжело будет, наверное, судить этот первый раунд. Потому что в первом раунде видно, что много потратили энергии. Да, и более так замедлились оба парня, да? Ну да, опять необычные удары от Расима. Да, траектория этих ударов, да, такая не особо. Пытается фехтовать, попал, вот, да, в пах, попал в удар в пах. Сейчас, ну, я думаю, повтор покажут. Нет, там такое неприятное попадание вскользь было, да? Смотрим повтор. Ух. Ну да, чистый удар в пах. Да, такой очень неприятный. Нужно отдышаться. 5 минут, в принципе, есть у Расима. Ну, Расим говорит, все хорошо, все нормально. Бой продолжается. На самом деле, мне всегда кажется, что это небольшая ошибка. То есть лучше все-таки остановиться полностью, как раз в течение 5 минут. Ну, вот джентльменское поведение в исполнении Нурсултана. Пожал руки, иду дальше, да? Такая тайская, да, манера боя. Ой, опять Нурсултан. Ох, и упал! Вот интересно, он попытался выйти на ногу или... Ой, вот тяжелые удары от Расима. Гранд импаунд начался в исполнении Расима. Я слышу, что угол, да, говорит, ему добивать. Да, говорят, что нужно Расиму добивать. Да, вот интересно, знаешь, потом посмотреть на повторе, это была ошибка или это был какой-то тактический ход, непонятно. Тут еще одно попадание, да, сумбурное такое. Да, начинается brawl fight. Стойкий, тяжелый размен. Ох, и обратно не успевает. Вот, но Султан не успевает. Пытается закидывать. Расим, конечно, быстрее, но вот успешный проход. Видно, что тоже Расим устал. От усталости больше свалился. Да, ну и при этом как-то легко дал встать ему Султан, да? Да, завалился. Еще и себя. Ох, перевалил. И локоть. Вот локти и пошли. Еще один удар, да, прошел в исполнении Расима. Да, в хорошей позиции находится локти сейчас. Локти такие в корпус. Расим. Неприятный. Занял позицию, нужно закрепиться. Будет садиться. И вот уже full mount перешел. Он при этом спину отдал, да? Да, да, Нурсултан. Но Султан так ему защититься проще. От сетки пытается сейчас встать. Работай. Да, ну, слышим угол. Да, опять же углы. И вот на самом деле очень, наверное, неудобно. Да, когда ты в угол попадаешь, здесь отключает ногу, да, пытается. Ну, да, сейчас надо забрать вторую ногу, попробовать. Закрой ногу. Вот так, бей. Да. Ну, вот, кстати, тренерский штаб ему советует именно бить. То есть прием действительно, наверное, здесь сейчас. И сейчас он вроде закрыл, да, такой боди-треугольник, да, сейчас разбивай. На теле будет разбивать потихоньку. Угол слушает, все грамотно пока что делает Расим. Но Нурсултану особо не получается пока защищаться, хотя вроде бы позиция, ну, для него не такая плохая, что можно заблокировать какую-то часть урона за счет клетки. Нужно просто, да, подхватить руку соперника. Одна у него есть. А вот от сторонней получается никак защититься. Да, и Расиму, наверное, надо где-то развернуться, попытаться своего соперника более, да, выгодную позицию развернуть, да, для себя. Удары чтобы... неприятные, но они не амплитудные. Да, есть, да, да. И сейчас... вот рука сейчас пошла, заправляет руку. Две руки уже. И, скорее всего, это очень близко. Вот, заправляет. Замок сейчас будет давление. Растягивай. Все, засыпает Нурсултан. И видно пас. Все, сдается. Fighter of the blue corner, Расим Мирзаев.